Не каждый Powerbank может похвастаться емкостью в 10 тысяч мАч. Ну а Kitel не Powerbank, а смартфон. Мы решили проверить, удобно ли иметь телефон со встроенным Powerbank и сколько времени потребуется, чтобы разрядить такого монстра. А Kitel получился громоздким и толстым. Такова плата за большой аккумулятор. Весит устройство 317 грамм, что для смартфона перебор, но если взвесить Powerbank и обычный смартфон, получается и того больше. Емкость аккумулятора Akitel 10000 в 3 раза больше, чем у обычного смартфона. Теоретически и работать он должен в 3 раза больше, но на практике все иначе. Когда смотришь видео Full HD на максимальной яркости, Akitel держится 17 часов. Блуждать по просторам сети можно в течение 16 часов. А играть в тяжелые игрушки наподобие асфальта целых 13. У обычных смартфонов эти результаты хуже лишь в 2 раза. Кстати, как известно, на морозе аккумуляторы быстро разряжаются, поэтому мы поместили смартфон в морозилку и включили Full HD видео на максимальной яркости. Так за час устройство потеряло лишь 8%, что очень актуально в наши холодные зимы. Для чего еще нужен Akitel? С помощью переходника, который идет в комплекте, Akitel способен заряжать другие устройства и даже другие пауэрбэнки. Также порадовала быстрая зарядка смартфона. 4 часа и на экране 100%. В остальном все довольно просто. Подробнее про смартфон Akitel 10000 читайте в нашем текстовом обзоре. С удовольствием поиграть в тяжелые игры вроде Need for Speed или Asphalt на нем не получится из-за слабых характеристик. Ну, не для этого он сделан. Подводя итог, хочется сказать, что Akitel 10000 устройство не на каждый день. Да и цену в $180 приятной не назовешь. Гораздо удобнее купить смартфон с батареей в 3000 мАч и Powerbank на 7000. Такая комбинация, ко всему прочему, обеспечит большую продолжительность жизни смартфона. Но Powerbank можно забыть дома. А что бы выбрали вы? Смартфон со встроенным Powerbank или два отдельных устройства? Напишите нам об этом в комментариях, а также подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями.